Всем привет, уважаемые, с вами, как всегда, видеотекарь. Продолжаем играть в DBD-шечку за клоуна. Карта сингулярности. Халява! Не вижу, куда? А, вижу. Как же я люблю вот этого мана. Максимально бодрый, максимально динамичный, максимально позитивный. Хорошо. Давайте проверим, есть тут кто? В принципе, я считаю, можно вот мейнить двух манов, клоуна и немезиса, и нормально. Вот зачем я, кстати, ее отпустил? Кто мне скажет? Что за бред? Этого мана невозможно не любить. Именно за счет его геймплея. За счет его харизмы. За счет его всего. Хорошо, все равно успели завести. Я думал, не заведут. А чё Фенга от меня спряталась? Не хочет играть? Ох и сурвы, а чё фарм-то набирали? Вот она. Ух, что у меня бутылки кончились. Сейчас люб подсорва будет.
Пиздец. Успел. По сути своей, это, кстати говоря, под сурва. Потому что сурф близко находился к нему. Да перелазь ты, толстая жопа. Мементо, дай мементо, сурф, дай мементо, жадина. Как же это шикарно. Один из самых красивых костюмов на клоуна, кстати говоря. Безжалостный фармилы. Всем спасибо, ребят, за просмотр. До следующих серий. Всем пока.